В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с участием лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с 8 по 14 марта 2021 года госавтоинспекции усилена профилактическая работа, направленная на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествий и стабилизация аварийной обстановки по причине управления транспортными средствами в состоянии опьянения на территории обслуживания. Также в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 9 по 14 марта в Раменском городском округе и городе Бронницы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». В рамках мероприятия будет осуществляться проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствии требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозки опасных грузов. Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных ПДД, и правилами перевозки опасных грузов. Госавтоинспекция призывает: водители, будьте благоразумны, исправляйте все недостатки и неисправности до выезда транспортного средства на дорогу.